And we're down, we go, go. Всем привет! Сегодня мы отправляемся на очередную рыбалку по речке Псел и по ее заливам. Сейчас уже практически середина лета, но сегодня нас погода порадовала таким классным пасмурным деньком. Вот сейчас, правда, солнышко вылазит, но очень много туч, пасмурно и здорово. Сегодня я выбираюсь на целый день, то есть сейчас около 7:30 утра. Я выезжаю и буду рыбачить до самого темна. И аж вечером по закату попробую даже еще поймать на самом Псле судака. То есть рыбачить будем сегодня больше 12 часов. Так что я думаю, что-нибудь наснимать да получится. Самая основная задача у меня сегодня — это поймать рыбы на уху. То есть завтра утром приезжает моя любимая жена, моя Дотя, мои друзья. И мне нужно наловить, чтобы завтра им их порадовать с утра ушицей. Так что вот это самая основная миссия — поймать рыбы на уху. Все остальное, все, что будет, я буду все показывать, рассказывать. И все, как бы, погнали. Сзади можете видеть это то, до чего не доходят руки. Скоро я начну заниматься. Это купил железную лодку, это еще я ее купил зимой, южанку. Купил уже двигатель 15 сил, двухтактный Тахасу. То есть скоро присоединюсь к Роману на лодочную и будем уже выезжать в конкретные такие серьезные рыбалки. Ну а пока она ждет меня, пока я соберусь силами. Уже скоро, вот-вот. Покажу, как сегодня. Какой обалденный денек. Это вроде и лето, а вот тебе пасмурно, ветра нету и тишина. Водичку, правда, еще не дают. Я первое место уже обкидал безрезультатно. Но это ничего, это надо искать. Так что все будет чуть-чуть позже. Так, вот моя первая рыба. Я думаю, это надо заснять. Забагрил карася маленького. Вот сюда под брюшко. Вот так. Вот такую гусеничку. Что это за гусеничка, я не скажу, потому что не хочу делать рекламу пока что. Рано еще. Как будет ловить, тогда скажу, что это за штука. Микрокарасик. Итак, только что был первый контакт, первый тычок, и за все время, что я плыл, ну я плыву недолго, но, кстати, уже дождик даже был. Сейчас попробуем заснять поклевочку. Окунь, скорее всего, не крупный, потому что, о, видите, даже так бывает, стянуло. Вот он, первый. Жадно так клюнул. Вот, на такую личинку стрекозы. Вот такой окунек первый. На уху, наверное, если и буду брать, то чуть-чуть хотя бы побольше. Ну, это, а уже под конец дня, если вообще плохо будет с рыбой, то уже буду брать все подряд.
Итак, поскольку я обычно рыбу не забираю, ну, там, кто может, кто знает, вот, даже кукана нормального нема, просто веревку взял, через жабры продеваю, и вот такие у меня три окунька, пока что три есть. На уху еще мало, надо наваристая ух такая, чтобы ушица была веселая. Ого! Да, Руська. Алло, да. Ага. Нападение, тупо нападение. Я даже, ну, ни разу не дернул. Он гонится за ним еще один. Там орет кто-то. Утка какая-то ползает. Итак, сейчас коротко расскажу, на что ловил, ну, на что вот именно в этом месте поймал окуня. Как все было. Сейчас перефокусируюсь только. Итак, вот такая вот приманочка. Коричневатого такого цвета. Дековский крючочек, одинарник. Джиголовка 2 грамма. Застежка. Кусок флюра где-то, сейчас скажу сколько, больше метра даже. Шнур 0,104 миллиметра по нашему, 6,5 ЛБ по ихнему. 0,4 по японской классификации, короче, понятно. Вот так вот оно и поймалось. Так, по месту сниму, смотрите. Вот, в основном вытягивал я их вот оттуда, и вот оттуда, прямо на вот эту корягу кидал и вытягивал. Вот так вот, вот такое вот место. Сейчас вот вход, и я пойду дальше, и рано или поздно даже доплыву до Псла, и даже буду там кидать и ловить рыбу. Плывем дальше. Продвигаемся к выходу в Псёл, на саму реку Псёл. Сейчас я тут еще попробую поймать головля, и поэтому надо разговаривать потише. Вот он первый малыш, красавец, вот такой вот. Поплыл, замучил его чуть-чуть. Фотосессии, но все нормально. Итак, доплыл я вот до этого места. Тут такая лагунка, такой заходик и такая небольшое плесо. Вон черепахи с бревна спрыгивают. Когда-то тут отлично клевали щучки. Щучки небольшие, но все равно приятно, весело, интересно. Тем более мне надо на уху, так что я думаю, даже если полкилограммовая щучка будет, я смогу ее забрать. Итак, поплыли, сейчас попробуем поймать их всех. Вон черепаха еще одна даже сидит, не уплывает. Вон птица пошла ее загонять.
Короче, вот этот карман за мной. В этот раз тут вообще ничего нету. Из-за того, что нету воды. Все, одна трава стоит. Тогда вообще травы не было. Ну, трава была, но вот так воды над ней было. Сейчас просто она все наверху. Я не знаю, может из-за того, что воду не дали, но рыбы тут уже нет. В тот раз я как был, около пяти щучек я тут ловил. Было много ударов, даже несколько окуней хороших ловил. Ну, а сейчас ничего. Сейчас выплыву и поплыву по пслу, буду вдоль берега ловить голавлика под корягами. И продвигаться к тому месту, где хочу под вечер взять тяжелый джиг и попробовать поймать судака хорошего, щуку хорошую, то есть где я уже буду рыбачить на крупные приманки. В заливе до этого ловил на обновленный баланс, вот такой суперовый дизайн у него. Ну, я рассказывать сейчас ничего не буду, потому что я хочу обзор на него сделать. Ну, опять-таки, сравнение старого и нового, как они поменяли все, как они все сделали. С этим потом разберемся. Головля буду сейчас кидать на тот же спиннинг, на который вечером буду ловить крупную рыбу, на вариту. Поскольку шнур там тоненький, и есть вероятность зацепить жереха хорошего, то есть можно, ну, может не выдержать. Поэтому, и мне далеко бросать не надо, я плыву метров 15-20 от берега и подбрасываю под коряжки, то есть там сильно мне далеко забрасывать не нужно. Все, сейчас плывем дальше. Начался дождь. Фотоаппарат одел в кепку в свою. Синоптики обещали часов 6 вечера дождик, хороший дождик. Но сейчас час, а он как бы уже. Так что буду надеяться, что все будет хорошо. Сейчас, в принципе, лето. Сильно, думаю, не замерзну. А на уху еще рыбы не хватает. То есть у меня всего 4 полосатика, и то это небольшие окуни. Надо еще хотя бы 4 таких, еще столько же. Тогда, чтобы хоть юшка получилась вкусненькая. Так, все, ладно, плывем дальше. All we get, what we deserve. And we're down, we go, go. Сегодня стояла сетка, просто перегородили заход в заливы полностью, сеткой 30-кой. Короче, жесть. Чуть-чуть расскажу, что я делаю. В принципе, приплыл на место метров 400, начиная вот отсюда, где я сейчас стою, и туда буду по берегу идти и веером вот так обкидывать. Переставился, обкидал, и так пойду дальше. Только что слил щуку из-за вот этой штуки, вот этой вот. Короче, клюнуло, кидал прям вон, вот так обкидал, кинул прям на тот берег ровно под 90 градусов. И этот, уже дотягивал, вот эта бровка на подъем, вот тут она рядышком, и как раз клюет щука. И GoPro была не на голове, а лежала тут, потому что она мне уже надавила сильно. И я думал заснять поклевочку, одной рукой ее одевал, дал слабину, буквально возле берега, ну какой, прямо возле лодки, короче, сошла щука. Щучка была где-то грамм на 800. Вот так вот бывает, вот такие вот порезы. Ну ничего, это уже результат, то есть тяжелый джиг, буквально я джигую 20 минут, и вот первый результат, так что будем упираться дальше. Не знаю, наверное, железный поводок поставлю, уже может ближе к вечеру его сниму. Сейчас прям сюда добавлю до флюрика и буду кидать так. Фух, итак, вот, спустя целую кучу времени упираний,
Вот такая щучка. Небольшая, но я ее забираю. Она такая до полкило максимум. Но я ее забираю, теперь я спокоен за уху буду. Теперь она какая-никакая, но получится. Есть. Так, я очень устал, но у меня ни выбора нету. Я остаюсь все равно до смерку и буду пробовать поймать судака. И, скорее всего, я его буду ловить не здесь. Я хотел здесь ловить, но тут дно практически, блин... Есть там места, где вот буквально недалеко, где больше яма, больше коряг, больше перепады такие. Я, наверное, все-таки поеду туда и буду ждать уже закат там и буду упираться там. Не сильно мне тут понравилось. Я уже обкидал все, что можно. Я просто упираюсь, просто целый день кидаю. Я не снимаю, потому что, ну, ничего не ловится, но я просто кидаю. Вот так веером постепенно. Все это обкидываю. Так, сейчас покажу, на что поймал под Баксе настоящего. Ну, это селектовская резина, копия Бакс называется. Довольно-таки неплохая штука. Вот на нее в таком цвете. 16 грамм джиголовка, флюр 0,37. Я поймал вот эту щучку. Не снимал, потому что все было очень быстро. Она нездоровая, все было очень быстро. Вот они старания. Фух, слава тебе. Яйца. Ах, вот он. Вот он, вечерка. Целый день кидать, и только когда солнце за деревья зашло, он только проклюнулся. Вот он, первый, небольшой, но это круто. Есть. Есть судачок. Ушица будет знатная. Уже закат. Я, конечно, покидаю, пока не стемнеет, но попрощаюсь, думаю, сейчас. Пока еще что-то видно. Все, всем пока. Кому понравилось видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь в группу ВКонтакте, в Фейсбуке. Все, до следующего раза, до следующего видео. Пока.